За две недели 200 юношей и девушек из 26 регионов нашей страны, представители общества «Динамо», стали одной дружной семьей. Этот год, год 70-летия победы в Великой Отечественной войне, особенный для нашей страны. Поэтому именно этой тематике были посвящены все мероприятия Всероссийского патриотического слета «Динамо. Традиции побеждать». Слет был насыщен спортивными и культурными событиями. Юноши и девушки побывали в местах военных сражений, познакомились с работой специальных служб, таких как МВД России, ФСКН России и ФСБ России, а также приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта. Настало время подводить итоги. Спасибо вам, ребята, что вы приехали к нам на наш динамовский слет. Собирая вас сюда, руководство общества «Динамо» и его центральный совет ставили такую цель перед собой, чтобы вы были проводниками нашей динамовской идеи, нашего динамовского духа в своих регионах. И я вижу, что у нас получилось, что вы поняли, ощутили себя одной большой динамовской семьей. Делегация из Ульяновской области отлично зарекомендовала себя творчеством и артистизмом. Вот и сейчас они подготовили песню. В поле дождик бродил живой, ковылял по щекам ледяным, поднимал в последний неравный бой тех, кто погиб молодым. Представители из делегации Краснодарского края Республики Северной Осетии Алания исполнили зажигательную лезгинку, не удержались и пустились в пляс и руководители делегаций. Стихотворение о войне прочитал Карим Мамедалиев из Самарской региональной организации «Общество Динамо». Здесь только дождь заглядывал в окна, на кирпичах следы от пуль. Взрывной волной по кругу выбиты стекла, в темноте теплился слабый пульс. Здесь, набирая силу, сливались звуки, в огне окрепла воля людей, цена молчания сквозь страшные звуки. Навсегда в криках узников лагерей. Навыки строевой подготовки продемонстрировали динамовцы, учащиеся лицея имени генерала-майора Хизматуллина города Сургут. Первая шеренга. Два шага вперед. Шагом. Марш. Тверская делегация исполнила вальс. Жонглирование, колесо и многое другое. В «Динамо» спортом занимаются все, и руководители, и воспитанники. Главный итог этого слета, что дети из разных уголков России приехали сюда, перезнакомились, передружились, и сейчас они уедут в регионы с наилучшими впечатлениями о лагере «Смена», о Черном море. И главное, большой дружной динамовской семье, с которой они познакомились и поняли, что в каждом уголке России есть динамовцы. Эта смена запомнится надолго, мне так кажется. Очень много впечатлений, много очень веселых различных мероприятий в разных направлениях. Ну, много очень знакомств, с очень многими людьми познакомился. Такие патриотические слеты развивают в детях как любовь к родне, к отчизне и дружба между регионами. Они же все съезжаются и все разные национальности. Эта смена была богата яркими и незабываемыми впечатлениями. Каждому будет что вспомнить. Концерты, дискотеки, спортивные мероприятия. Кто-то здесь обрел настоящих друзей, впервые увидел Черное море. Смена закончилась, и так грустно с ней прощаться. В память о двух незабываемых неделях юные динамовцы отпустили в небо мишку и бело-голубые шары. Так трогательно, нам тут так понравилось. Впечатление просто море. Все очень здорово. Все положительные, естественно. Было бы очень классно вернуться сюда еще раз. Говорят, если загадать желание и кинуть монетку в Черное море, желание обязательно сбудется. Загадала я, чтобы еще раз сюда вернуться, потому что здесь очень классно. Будем надеяться, что все желания юных динамовцев сбудутся, и они обязательно вернутся сюда снова за новыми впечатлениями. Мы здесь действительно уже не первый раз. Это стало практически базовой площадкой общества «Динамо» для проведения таких крупных федеральных проектов. И я думаю, что на глазах меняется лагерь, просто все в таком развитии, что хочется пожелать только еще процветания, упрочения этой базы. И, как сказал заместитель начальника лагеря при открытии нашей смены, никуда, только к нам. Мы с этим согласны.